101 факт про меня. Ну, типа, я же лучше себя знаю, чем какое-то быдло. Ну, ладно. Почему я решил быдло? Не знаю просто. Извини, мужик. Чё за хуй? Погоди, это не тот видос или тот? Ова родился 20 мая 1900... Чё ты там бубнишь? Ну-ка, дай погромче сделаю. Я чё-нибудь не слышу. 1988 года. Какого года, можно? Сейчас я доёбываться буду. Ова родился 20 мая 1988 года. 1988 года. Понял тебя, мужик. Да, факт. Года. До стримов Ова занимался СММом. Школьные годы... СММом. Был факт. Хулиганом. Не факт. Ова плохо учился в школе и говорил, что система образования работает на двойных стандартах. Что? Не помню такого. За 9 лет я много чего говорил. Я как Жириновский. Какую-то хуйню несу, а когда помру, одна точно прокнет. И все будут говорить, какой я ебаный гений. Появился в ходе работы в СММе. Ова начал стримить на Твиче по совету друга, потому что в то время была маленькая конкуренция. Вот все охуенно, только вот 988 года, это прям, конечно, чисто, за что десятку накинул, вообще не понял, да? То есть, ну, по его мнению, мне 35, нахуй. И Братишкин запустил стрим в конце 2014 года. Первой игрой на стриме был симулятор гонок, на котором его смотрело 10 человек. Братишкина оценила ЕВЛ. У Братишкина выключался комп из-за World of Tanks. Ты, блядь, назови лучше 101 факт, когда он не выключался, блядь, гений. Вова накричал на отца. Там, ну, игры, блядь, просто на пальцах пересчитать одной руки. Потому что тот зашел к нему в комнату во время стрима. Самый крупный донат Братишкина 330 тысяч рублей. На Твиче Вову банили 10 раз. Тому... Пиздун 22. Популярная фраза Вовы до 2020 года ГГ не будет. Рост Вовы 173 сантиметра. 175. Члена Вовы 13 сантиметров. 12,5. Поверьте, когда говорим про член, пол сантиметра, это, ну, они реально роляют, если чё. Про рост можно, ну, как бы, ну, как будто бы, ну, нихуя не роляет. 173,5, типа, поняли? Ну, рост это не пенис, поэтому, что-то он как-то мне тоже пару сантиметров накинул про пенис. Рост Вовы 173 сантиметра, рост члена Вовы 13 сантиметров. Что, блядь, вот ты сказал? Я не пойму. Метров. Ладно, я подозреваю, что это про пенис. Фест Братишкина впервые пригласили в 2018 году. Вова распускал 89-й склад и собирал обратно. Вова... Я ебал, поняли, типа, вот, тоже факт такой интересный. А делать, распустил, он заново собрал. А чё, блядь, скучно живем реально. Есть трек, за который... Да не было такого, блядь. Мы расформировали его в одном месте, чтобы в другом создать. Типа, а не просто, блядь, я всех распустил и решил, а ну-ка вернитесь, блядь. Все, это как... Или был такой. Я не помню. Ему стыдно. Да, чат, я не... Что? Вова распускал 89-й склад и собирал обратно. У Вова есть трек, за который ему стыдно. Это любой стрим, когда мне было 17-18. Сердце Вовы занято. Вова провел стримы с ТикТок. Сердце Вовы занято. А может, не занято, блин. Куми вебами почти 100 раз. Братишкина 89 IQ. Вова играл в футбол против Рика. Каждый день рождения он... Алкоголем. Пугается со своими друзьями. Каждый день после своего дня рождения... Ты пьяный или что? Я не понимаю. Рождение Вова извиняется перед своими друзьями. Вова мог остаться в школе на второй год. В университете его отчислили за пропуски. А у меня не было университета, пиздун ебаный. Чё ты несёшь, блядь, сука? Откуда он взял, что меня с универа, блядь, отчислили? Меня даже шараги не отчисляли, блядь. Меня из школы выперли, блядь. Но я вернулся. Первый большой прирост получил на Пиксель Батле. Вова не ходил в армию. По восточному... Факт. Но это пока что. Ты видел, какое время сейчас? Гороскопы Вова дракон. Вове не нравятся гороскопы, таро и предсказания. Братишкин любит синтвейв. Вова выступает против казино. До Твича у Вова был YouTube-канал Flame SV. Там... У меня еще другой был, кстати. Часто употребляемое слово уебан. И вело... Вообще-то, блять. Он донатил 100 тысяч рублей на дыре Вове. Вова плакал из-за подачи. Факты, блять, про Братишкина. И Вилон донатил Вове 100 тысяч рублей. Ну да, хороший подарков факт. На день рождения. На дне рождения парень сестры кидал Вову на прогиб. У Вовы был кукинг-стрим с Суперстасом и Димой Масленниковым. Вова озвучивал аниме-игры вместе со студийной бандой. Вова ненавидит Геншин. Вова задонатил в Геншин 70 тысяч рублей. А интересные у тебя факты подряд идут, мужик. Ну ты прям вообще из меня переобувщик. Вова ненавидит Геншин. Вова задонатил в Геншин. Алло, мне это все вернули просто. В машине проливали пиво, после чего там заводились опарыш. Братишкина снимали фильм в 1929 году. Баланс в стиме у Вовы 40 тысяч рублей. Вова не покупал комп. Вова не покупал стул. Вова не покупал стол. Многие вещи Братишкина...
мы подарили. Многие вещи не покупал, то есть, ну, еще я не покупал первый компьютер, второй компьютер я не покупал, мышку я не покупал. Смотри, я уже 4 факта перечислил. Я ничего не покупал, я все украл. Уже полгода не может разыграть айфоны. Че ты за хуй, блядь? Ки, блядь, полгода нахуй. Я их 2 месяца назад купил или месяц. У Вовы есть свой сервер в Майнкрафте. У Вовы 2 раза взламывали Donation Alerts. Вова жалел, что покрасился в черный цвет. Если Вова смотрит видео, которое идет 30 минут, он будет смотреть его час и 30 минут. Про Братишкина есть хоррор. Братишкин снимался в клипе Миланы Хаметовой. Вова старше меня на 8 лет и 2 дня. Так это про тебя факты или про меня? Так это... Если про меня факты, тогда... Тогда... Тут ты нужен. Извините. Я хотел сказать, если про меня факты, тогда это не я старше тебя на 8 лет, а ты младше меня на 8 лет, понял? Вова любит... Но и в том, и в этом случае это факт про тебя. Воспитывать своих зрителей и давать им жизненные советы. Вова запускал стрим своим чихом. У Вовы вегетососудистая дистония. Да, несуществующая болезнь, кстати, держу в курсе. Вова играл в доту Шедурезом и Вангаем. Вова называет дотеров хуйсосами. Ну какой же ты урод. Как же ты прям, ну, ты вот специально так подряд, да, делаешь? Вот, ну, я вот так понял. Но он специально подряд это вставляет. Он состоял психокит. Вова участвовал в детекторе лжи. У Братишкина был засос от каши. Братишкина единственного не забанили за игры Габара. Братишкин стримил с утопией шоу. Братишкин рейдил радио, чтобы помочь певице победить. Братишкин рейдил сервера CSGO вместе с Галкой. Алло, есть логопеды ебаные? Тут полный Dead Inside видос запилил, я не пойму. Мне кажется, он стесняется разговаривать. Без обид, чел, я угораю, если что. На Вову делали расклад. Братишкин не смог сдать ЕГЭ по-русскому. Вову... Ты чё несёшь, блядь? ЕГЭ по-русскому и по борьба у меня на отлично, блядь. Матеша была тяжелая. 98-й, примерные мои ровесники поймут, кто в Москве жил. Почему я, блядь, не смог сдать? Пол Москвы, блядь, на пересдачу пришло в том году. Я не помню, в каком году я сдавал ЕГЭ. Помог Зубарев. Погодите, стоп. ЕГЭ? Не было ЕГЭ, я не сдавал ЕГЭ, у меня было ОГЭ. Он начал стримить на Твиче. Братишки на чат гения. Вове часто скидывают нюцы в директ. Вова жил в общаге. Мне никто ничего не скидывает, прекратили. И на стриме. Братишкин хочет собираться со спадом в реальной жизни и стримить с ними. Вот ладно, один залетный челик сбыл, я его осудил максимально и все. Пьянки. Фанатка Хесуса попросил у Братишкина продать его адрес. Вова родил бабушек в одноклассниках. Братишкина... Вот, кстати, фанатка Хесуса, да? Интересный факт тоже почему-то у меня. Это ж про Хесуса факт. Мне кажется, что не существовало никакой фанатки Хесуса, и это Хесус просто сам про себя писал эту хуйню. В конечном итоге он сейчас... Вот где она сейчас, никто не знает. Появилась женщина, и она пропала. Ему стало есть чем заняться, поняли? И он перестал эту хуйню сам нам написывать с фейков. А что, если Алина это и есть Надежда, блядь? Которую дорвалась до пениса старого. В прямом и переносном смысле, кстати. Вот она и не пишет больше ничего. Что если Хесус находится в заложниках сейчас? Ему нужна помощь. Что если Надежда заставляет старого стримить политику? А он, бедный, не может нам сказать, он намекает уже всячески. Никто не воспринимает его звуки. Похуй. Ну да, в принципе, да. Спокойно, это только в Америке. На протяжении 3 лет срется с Генсухой. Чего, фиг. Но Братишкин нашла кровь из носа на стриме. 30 раз примерно. Братишкин засыпал на стриме. Не было. По уши перелез Тиндер либо Е. Факт. В Donation Alerts есть озвучка Братишкина. Факт. Братишкин был совместный стрим со Славой Мэрлоу. Факт. Братишкин брил Жожа. Братишкин... Факт. Хуесосит АМД. Бесплатно, кстати, прикиньте, насколько он лох. Братишкин был в GQ. Ова сделал один из самых крутых артов на Пиксель Батле в 2023 году. Братишкин не гей. Ова учил зрителей сливать бензин. Братишкин... Чего, блядь? Батле в 2023 году. Братишкин... Блядь, чат, вы сейчас этой хуйни наслушаетесь, вы подумаете, ну тут какой-то маящело сидит, если честно, перед вами, блядь. Кого я бензин учил сливать? Чё за бред? Не гей. Ова учил зрителей сливать бензин. Чё? Я не учил их, сливать бензин. Я говорил, как это делается. Типа, ну, чё за хуйня? Типа, отсосом это делается. Отчиму своему. Братишкин хотел продать свой паблик ВК. Братишкин комментировал Fortnite вместе с Аляш. Вова отказался в рейтинге на лосы за 17 миллионов. Вова полетал в Японию. Вова палил пароль от комнаты и доказывал, что это не он. Братишкин... Нет, я палил пароль от комнаты в пабге и говорю, какой хуесос спалил пароль? И мне чат такой говорит, это ты, долбоёб. Я говорю, вы чё, конченый, идите...
Вот это было такое, блядь, помню. Дефол Туса на пиксель батле. Инвентарь Братишкина в CSGO стоит больше 500 000 рублей. Братишкину дарили кирпич. Братишкин хотел продать свой паблик ВК. Ты два раза один и тот же факт ставил, козел. Халтура чистой воды, чмо. Братишкин использовал банвод в качестве пароля в приватных комнатах. Вова знал трек. До его хайпа в ТикТоке. Сейчас она такая, мне 20, у меня двое детей, бля. Ой, бля. Так, ну я так понял, там дальше нарезки. Ну слушай, здесь... Блин. Да ёб твою мать. Будь здоров. Во этот момент. У тебя раб... 15.06. Ах... Кто пароль спалил? Бля, я себя тут, ну, ассоциировал с Иваном Золом, который такой, не понял, а игра вообще рабочая или как? Не скипай. Я не хочу, мне стыдно за них смотреть, хотя этот недавний.